частности, Шипулин, новичок команды, довольно активно. Двигается и нужно забивать! Есть! У Тишины Old Boys, Находки, Вианор, Балта, Истмы и Осага 24. Есть шансы побороться, казалось бы, можно уже спокойно забирать. Немножко так. И вот снова он не забирает, и Мазитов в итоге забивает. Вианор после первого тайма. Они уверенно ведут. И сразу же гол на 25-й минуте. 14-я встреча у него в команде. Что сейчас? И вот он, пожалуйста, первый гол. Вот, хороший момент. И, пожалуйста, два. О, на втором пока все у нас на третьей угловой. Султанов разгоняет атаку. А, прошу прощения. И гол. 5-2. Звучит свисток. И шикарно! Перевесил стеночку. Но партнер оставил мяч в поле. Чекование будет бить. И все-таки через рикошет. Без поражений. Что сейчас? Вот так вот. 2-1. За 2 минуты Тишина забивает 2 мяча. Это за мяч и вновь. Такая грубая ошибка. Выход. И заходит мяч в сетку. 1-0. Тачем повезло, что не было обреза. Прям сильно не успели играть команды Ростар выйти. Контратаку. А сейчас же Муфтиев бьет. Да, не угол. Счет открыт. На ровном месте. Ищет своего партнера, да, сейчас мы с вами на повторе видели, как на ровном месте чуть не привезли себя гол, и тут же забивает пас игроки команды, сбивает на крыльях, контратака, Борис Аглерский, Гатин, Садитов, тут касание бьет, 3-1, да, герой эпизода, просто 9 номер, накрыл удар, идет подача, полупластер такой, и вот он удар, все-таки в дальний угол попал Рустем, и вроде бы с ним разобрался, и удар на Зябаров, удар 2-0. Подскользнулся, Ковченко вывел 1-1 Шамсунова. Удар 3-0. Рустем все-таки сбивает. Играть в отборе. Федоренко. Так, Елен. На своего брата Егоров на отскоке бьет. И Голиков привозит гол. Счет 3-1. Раньше. Сейчас же нужно отыгрываться, идти вперед. И, в принципе, такой сценарий устраивает ПФР. Абдулин обыгрывает. Катя Шамсунова и тот элегантно поставляет. То, что немножечко сейчас у нас небольшие посторонние звуки идут. Все. Команда Чиллаут. Первый номер Морозов, вратарь команды. Ой. Подача. Опасно, 2-0. 15 номер. Активизируется на фланге. Обыгрывает и возит. Пока защитника делает заброс штрафную. И дойдет ли они? Удар. Да, 2-1. Счет. ДТЦ. Все равно доходит мяч. У игрока команды ДТЦ. Его сейчас хорошо отыгрывается штейки на 17 номера. И будет ли простой штрафную. Срезается у него мяч и... Он доходит, и Штекин разбирается мячом. И абсолютно 1-1. Как? Ой, какой гол. Команда «Юность». Хорошо усиливалась Дмитрием Сотником с команды МБР «Ловко». И счет у нас 1-0 уже. Посмотрим, что получится. Удар. Опасно. 2-1. Занимает 11 место в списке бомбардиров. Да. Поиграли с мячом. Поиграли с мячом.
Ребята, да, счет 3-2 у нас. Хотел бы что-то терпеть и сыграл жестко. Быков разыгрывает быстрый мяч. Счет номер один, можно бить спокойно. Удар. Да, 4-2. По возможности максимально. Мяч остался в игре. И будет ли гол? Пожалуйста! И попадает он в защитника команды ТЭЦ. Блокируется его удар. Кузнецов будет бить. Да, но удар не получился довольно хорошим, а вот сейчас получился. И все-таки Саттаров уже забьет он реализуемый момент. Вот он снова с мячом как раз-таки. И не получается у него, получится у его партнера. Обманное движение. И, к сожалению, Максим Покатилов столько раз выручавший свою команду, в ближний угол пропустил мяч. Шайдулин. Прострел, но Семенов на месте. Ну как же неудачно, он выносит прям в центр. Мудино. Есть несколько предложений. Косунову. Хороший пас. А Шакиров на Шайдулина счет 2-0. Здесь только два футболиста команды. Леон 2. Краснов. Дальний удар. Кадиров отбивает и 3-0. Боковую линию. И здесь будет бросать Краснов. Сегодня Краснов играет в минусе. Не ходит, как обычно он делает в предыдущих встречах. А на правом борту обороны. Тут вновь у нас опасность, вновь спят у нас игроки команды Юпитер-17. Балунин. Поигрывает Кидаморский, Самудинов на Краснова. Тут вновь теряет мяч. И мяч оскать Ушакова. 1-4. Мы вернулись. Удается сейчас сделать диагональ. Обыгрывает сейчас Усманова. Заброс на дальнюю. И здесь привет, ребята. Счет 5-1. Некоторые эксперименты. И тут на ровном месте. Здесь Турнаев с голосом уверенно играет. Слева тяжелся Судинов, тот на Мифтахова. Тот бьет. Удар. Ушаков на добивание. Счет 3-5. В игру и сравняет счет. И вот здесь 5-4. Фасхудинов забивает. Слушай, у него реакция. Неплохо он стоит на пенальти. 17. Розыгрыш. Шарипов пропускает удар. 5-5. Ушаков. Шарипов какой красавец. Просто, да, Шарипов просто гениальным образом пропустил мяч. Ушаков реализовал свой шанс. Подача. Гол. 6-5. Ушаков. И это просто... Можно сойти с ума. Звучит финальный свисток. 6-5. Юпитер 17. Просто космос. Это не Юпитер, это космос. С победой футболистов команды Юпитер 17. А Леон 2 же просто уснули. Опьянели от своего успеха в начале встречи и растеряли все свое преимущество. Жалко. Щербаков пробегает. Курочкин пробегает. И Хусаинов бьет. И гол. 1-0. Шарифулина. Своего партнера, но потеря мяча Федокимова. Калинин на Хусаинова. Тот катит Калинину. Калинин 2-0. Совладал с мячом и своими ногами. И была потеря. Каримов здорово отработал. Хорошая передача. Редвеев строит штрафной удар. Отскок. Шаймуратов. И мяч оказывается в сетке ворот. Этот матч победителя не выявил. Давайте посмотрим. Вспомним события той игры. Кто у нас отметился результативными действиями. Так вот, у команды. Посмотрим. Ой-ой-ой, какой великолепный только. Передача, заброс, перевод. Здорово сейчас подает Гусев. И великолепно Репин. Ждут в рамках этого тура. Гефест, ТТС мы с вами уже смотрим. После этой игры мы с вами будем смотреть матч Леон-Масс-Майнинг. Далее опасный момент. И счет у нас становится. Ну а к мячу у нас давайте смотрим. Момент. Ну, было нарушение, ничего говорить не надо. Назмиев Ильнар бьет и отправляет мяч. Масманик не удалось. Вперед. Передача хорошая. Один совершенно остался. Вафин. И поражает он ворота команды. И в любом случае. Подача. Здорово сейчас. Базыра сыграл. Сам много начинает атаки своей команды. Ох, ты, ну, Басыров сейчас мяч, он тоже сам отработал, идет вперед, пробить не дали, и в итоге мяч оказывается в сетке ворот, и это в другой команде. Попов с мячом,
передача вперед на Краснова. Краснов дальше с Габдухаковым отыгрывается. Габдухаков отыгрывается вперед. Удар поворотом. И счет становится 2-2. И удар угловой исполнен. На выходе сыграл Александр. Выносит мяч Рахимов. Мужко. Мирзаев. И счет открыт. 1-0. Дается завладеть мячом. Ахметшин бьет. Рикошет. Захаров отбивает, но Пайсканов. Ахметшин рвется по флангу. Прострел. Опережает Лаврененко Чеснокова и реализовывает свой шанс. Привели совещание к Витовым и для Ахметова. Марсен у нас у мяча. Бьет и попадает. Но Чесноков хорош в отборе и начинает контратаку. Этот Мирзаев может дать на пустые, но да, проходит передача. Мяч во время свиста. Галимов получает, бьет и 4-2. Отличное исполнение от восьмого номера. 3-2, никаких шансов у Захарова. Смотрим мы с вами. Немножечко проспали в опорной зоне и дали возможность для удара и против своих соперников. И хороший выброс, аут и гол 3-4, да. Ну точно, а нет, доходит все-таки нападающий мяч. Взрывается, нет, все-таки доходит нападающий. Удар! Опасно! Титов! 1-0! Дорогие друзья, 1-0! Хасаншину желтую карточку. Люки скидывают на Ашрапова. Опасный момент, Ашрапов! Извиняюсь, Хасаншин сравнивает счет и 1-1. Мяч. Ну, вратарь на выходе забирает этот мяч. И Буцуй начинает атаку. Вот забегает хорошо, 77-й номер по флангу. Бросается на него мяч, он с мячом. Передача в центр. Гибайдулин. Удар. Ай, девятку. Да, мяч залетает. И счет 2-1 у нас, дорогие друзья. Ударом в девятину. Давайте посмотрим повтор. Вот идет атака. Принимает он мяч. И с лету девятку убивает Муху просто. Взбивает паутину. Высокий прессинг пошла команда Лут. Сразу быстро атакует. Хасаншин с мячом ставит спину. Проталкивает еще на Мирулина. Удар. 2-2, дорогие друзья. Сравнивает мяч.